Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, как нужно забирать VIP-привилегии, когда мы с вами можем пользоваться за 3 дня до начала каталога акциями следующего периода. То есть у нас все больше и больше в нашей структуре VIP-консультантов, которые путаются. И сегодня мне задала вопрос девушка и сказала: я не умею это все забирать, у меня это не работает. Я писала в обратную связь, и на самом деле в компании это очень запутано. Конечно, было бы удобно, если бы мы нажали «Оформить заказ», выбрали бы флеш-каталог, и, конечно, чтобы нам наша дорогая компания сделала бы, вот мы бы листали и выбирали, да, и сразу же из каталога видели картинки, еще что-то, но нет. Пользоваться этими акциями нужно немножко по-другому. Итак, как вы знаете, у нас с вами есть условия добавления акций. И, конечно же, сейчас мы пройдем в личный кабинет и посмотрим, с какого уровня VIP-консультанту положены эти новинки. Давайте же с вами посмотрим. То есть у нас с вами есть, так, куда-то я пролистала, да, у нас с вами есть такая вот табличка, и в этой табличке написано, что VIP-привилегии, в каком вы статусе VIP, да, то есть у меня выполнен, как вы видите, уровень VIP-4, для достижения серебро осталось 19 периодов. Итак, нажимаем VIP-привилегии и смотрим, где это написано. Да, то есть уровень первый, он самый шикарный. Тут с нами компания делится регистрациями. Да, то есть все, кто оставляет данные на главном сайте компании Faberlic, их распределяют именно среди VIP-консультантов. Да, конечно, которые прошли тренинг и которые поставили галочку, что да, они хотят получать, да, то есть уровень 2 суммируется с первым уровнем, то есть там и скидка, и все скидка 70%, 50% скидкой на 10 пробников, то есть суммарно я могу взять 50 пробников, не 10, а 50, это все в разделе промо-акции, и 50% скидка на 10 каталогов следующего периода, и вот компания под нас людей подписывать, если люди будут заполнять данные на сайте, да. Уровень 2 прибавляется бонус 10% при выполнении 150 и выше баллов. Уровень 3 – это 9 периодов подряд, когда мы делаем 100 баллов. Это привилегии первых-вторых уровней и возможность заказывать новинки следующего периода за 2 недели до начала продаж именно по красным ценам, да. Вот этой акцией я пользуюсь. И уровень 4 – это уже суммарно все первый, второй и третий уровень. Прибавляется еще и 70% скидка на один продукт действующего каталога. То есть суммарно 2 продукта я могу забирать сейчас с 70% скидкой. Понятно, что я себе купила и аппарат для лица массажный, и маникюрный набор, и так далее, и так далее. Я беру что-то дорогое. Вот. Далее, значит, каждый период за 3 дня до начала действия каталога, пятница последней недели, да, для консультанта 4 уровня становятся доступны цены и промо-акции следующего периода. Конечно же, значочек. Этот значок я уже снимала на видео, я его получила давно. Да, и, конечно, за 3 дня, да, 70% скидка, она не действует на аксессуары, посуду, одеяло, подушки и так далее. Да. Вот, значит, смотрим. Как же оно действует, да? У нас с вами есть условия добавления акций. Смотрим, да, то есть, допустим, какие три условия добавления акций? Во-первых, то, что идет в промо-акциях, да, то есть бонусы за покупку, их нужно добавлять в промо-акции и нельзя добавлять из каталога, иначе они придут дорого, да. Это головная боль каждого новичка, хотя бы один раз новички ошибались, даже если они были на вебинаре по правилам добавлений, которые бывают в первый день от начала каталога, и запись выложена в открытом доступе, все равно они это делают. Да, ну, конечно, это делала и я. Вот. Далее, значит, у нас вот это все мы можем с вами набирать только через корзину. Да, вот я только такой способ пока нашла. Далее у нас, значит, продукция, которую нужно выбирать в разделе промо.
А вот это как раз те самые бонусы за покупку, которым нужно быть внимательнее. И третьи акции – это продукция, которая добавляется автоматически в заказ. То есть это наши подарки. А в каталоге номер 8 у нас будет 4 подарка. То есть нам подарят саше шампуня, это пробник, или бальзам для волос в подарок за 1 рубль при покупке любого продукта Sell & Care. Обалденные продукты, просто обалденные. Прям слов нет, как хорошо они работают, какие волосы замечательные с них. Они идут без лаурисульфата и так далее. То есть, ну, хороший салонный уход. А далее пилинг мусс эксперт в подарок за 1 рубль при покупке набора для ухода за кожей лица. А причем появились сменные насадки. Это, знаете, да? То есть появилась сменная насадка, щеточка. А далее дезодорант спрей в подарок за 1 рубль при покупке аромата шарманд. И пробник нового женского аромата каталога номер 9 2017 сорбет джели в подарок за 1 рубль при покупке декоративной косметики Secret Story. То есть вот такие вот у нас с вами акции. Итак, давайте же с вами попробуем шарманте положить в корзину. То есть я копирую артикул. Этот файлик я оставлю в инфобоксе снизу, да, то есть, и давайте начнем с вами искать. Итак, гуглим, вбиваем, нажимаем. Оно у нас с вами прогружается, этот продукт, парфюмерная водичка. Мы на нее нажимаем. И у нас тут спрашивают, что мы хотим, следующую компанию или текущую компанию, то есть по какой компании. Понятно, что подарок у нас следующей компании, мы нажимаем следующую компанию и нажимаем добавить заказ. Заказ у нас добавлен, мы нажимаем продолжить покупочки, если мы что-то еще хотим. Да? Давайте возьмем с вами этот же набор, да, чтобы нам вложили в подарок пилинг мусс. Кстати, хороший такой пилинг мусс от серии «Эксперт». То есть я научилась только таким образом, да, потому что смотреть, где акция прошлого каталога, этого вообще нигде нет, ни в каких списках, и на самом деле это реальная путаница. То есть если вы первый продукт сделали уже по акции следующего периода, то тут у вас уже не отражается, вы просто далее набираете в корзинку, да. Вот, также давайте с вами посмотрим, так, это раздел промо, да, два любых белковых коктейля, да, вот я люблю 15-327, это очень вкусный белковый коктейль, он помогает нам не только быть здоровыми, но и поддержать свою фигуру, вот. Там идет всего 80 калорий, также его едят спортсмены и так далее, и так далее. Да, давайте посмотрим. И обращайте внимание, вот тут сверху иногда выскакивает, да. Если честно, я беру его много, когда он по акции. Беру много, почему? Потому что мы делаем коктейль, мы высыпаем на литр молока 2-3 коктейля прямо в блендер и туда кидаем пару бананов. И очень-очень вкусно, и я считаю, что это полезно, поэтому мы берем по много. Итак, смотрите, значит, я нажимаю сейчас «Оформить заказ». Оформить заказ. И мы попадаем в корзину. В корзине все продукты идут без подарков и дорого. Да, дорого. Видите, 59 рублей. Смотрим. Два любых за 49. То есть они даже по цене консультанта идут почему-то дорого. Да, но мы с вами продолжаем оформление заказа. Еще раз. И попадаем уже в раздел промоакции. Тут нам что не нужно, мы с вами удаляем. Да, пробники нужны, не нужны, еще что-то. То есть, да, все сворачиваем, все удаляем, что нам не нужно. Все вы знаете, что это вам придет, и ругаться потом будет бесполезно. Да, в чатах, поэтому будьте внимательны. Да, сейчас я сверну. Да, и вот у нас с вами все вот эти вот акции. Нажимаем «Применить изменения» и смотрим накладную. Смотрим накладную. А вот, пожалуйста, нам добавился подарок. То есть я взяла подарок следующего каталога. А вот те, кто очень часто говорят, мне не досталось подарка, будьте VIP-консультантами.
вам понравится, что компания под вас подписывает людей, вам очень понравится брать новинки за 2 недели до начала продаж, вам очень понравится пользоваться всеми промо-акциями. Да, единственное, что вы этот заказ можете оплатить только в первый день начала следующего каталога. То есть все, что вы сделали по этому заказу, оно у вас не... вы его не можете оплатить. Не можете, пока не начнется следующий период. Да, вот такая вот у нас у VIP-консультантов привилегия. Да, как вы видите, вот подарочек, вот все скинулось. Нам вложили купоны, потому что в каталоге номер 8 у нас идут купоны. Да, давайте посмотрим, если откроет таким образом, да, купоны на летний. Нет, не открывает. Хорошо. Да, то есть 2 купона мы заработали. Каждый... за, по-моему, 740 рублей по цене консультанта. Очищающий пилинг мусс нам положили в подарок. То есть мы назабирали кучу подарков. Да, мы назабирали. И теперь давайте посмотрим. Так, промо для VIP-консультантов. Новинки 8-го каталога за 2 недели до начала продаж. То есть вот это вот то самое промо для VIP-консультантов. За 2 недели до начала продаж. Я практически все заказала. У меня все это есть в наличии. То есть я уже ничего заказывать не буду. Единственное ограничение, тут идет не более 50 штук. Далее у нас с вами идут акции консультанта, акции каталога. Открываем акции каталога и смотрим. Давайте с вами сравним условия добавления акций. Так, гель для душа, жидкое мыло Beauty Cafe, гель для душа, концентрированная зубная паста, фитосыворотка, кондиционер для тела. Вот мне это интересно. Да, аромат Шершеля Фам, гель для душа. Вот смотрите, промо-акции следующего периода я могу уже набирать. Да, то есть это великолепные, как вам даже сказать, это просто великолепно. Я вот очень рада, что я могу вот это все набирать, и я очень довольна. Да, то есть я очень довольна. Сейчас у меня открыт следующий каталог, и я хочу посмотреть, добавится ли сумочка. 93,85 артикул. Мне вот эта бежевая сумочка очень понравилась. Давайте посмотрим. 93,85. Возьмется она, не возьмется, потому что непонятно, что можно брать, что нельзя, если честно. Я до конца не разбиралась. То, что дает, то дает. Да, то есть 1999 рублей. Ага, добавляем заказ. Вот, пожалуйста, она добавилась. И давайте с вами сейчас перезагрузим все-таки промо-акции, потому что сумочку мы с вами добавили. И следующего каталога мы с вами набрали продукции. И сейчас посмотрим, добавилась ли сумка. Да, сумочка добавилась, 1599 рублей. А также, как в том каталоге, хотя каталог еще не начался. И у не VIP-ов, еще не у VIP-ов 4-го уровня, да, еще не добавлена эта сумочка. Вот, значит, смотрите, купончики добавились, да, то есть я могу получать и купоны. В общем, полноценный заказ я могу сделать на сайте Faberlic за 3 дня до начала продаж. То есть мы с вами можем листать, допустим, каталог и что-то из него добавлять. Да, можем не только новинки, да, какие-то каталоги добавлять, а также забирать подарки. Да, мы с вами можем пользоваться программой Faberlic Club. Ну, конечно, если с прошлого периода у нас с вами что-то было. Вот вы знаете, мне что интересно, можем ли мы добавлять одежду? Давайте сейчас посмотрим. Я введу артикул любой. Ой, тут его еще надо запомнить. 077W4101. Так, 077. Так, вот, еле его вбила. Давайте, чтобы уже быть до конца точной, сейчас вместе с вами проверим. А, его нет наличия.
Нашла, что в наличии есть пляжное платье ориенталь, да, таким вот образом оно выглядит, пляжное платьишко. И давайте посмотрим, значит, 46-48 размер я взяла, добавляю в заказ и оформляю заказ. Ну, давайте я уже закрою эти промо. Сейчас мы с вами попадем туда. И будем смотреть уже. Да, вот все добавляется. То есть абсолютно все мы с вами можем взять. Полностью все. Значит, и все подарки мы с вами можем взять. И промо для VIP-консультантов. И, конечно же, мы с вами можем забирать программу, по-моему, Faberlic Club. Или не можем. Да, так, выбор упаковки, товары по старой цене, промо для VIP-консультантов, вспомогательная акция, акция распродаж. Ну и вот акции консультанта, ой, нет, акции каталога, извините, да, то есть тоже мы забираем все из каталога уже следующего. То есть таблетка для посудомоющих машин, жидкое мыло бьюти-кафе. То есть, когда вы выбираете что-то, оно в полном ассортименте. Да? Ванильное лакомство, вишневый конфитюр, земляника. Ну, я возьму земляничку. Да? То есть, сколько штучек положено, столько вам и выберу. Также нажимаем «Выбрать». Также нажимаем кнопочку «Применить изменения». И все. Значит, новинки за 3 дня до начала продаж. А у нас с вами все... где надо. Так, купончиков 6 штучек нам вложили. Да, сумочки, вот, да, все нам досталось, все хорошо. Ну, а что нет наличий, то нету и для VIP-консультантов, да. То есть все, нажимаем продолжить оформление заказа, утверждаем заказ со спокойной душой и знаем, что нам все досталось. То есть те, кто продают по каталогу, на 90% застрахованы от того, что чего-то может не быть в первый день начала каталога. То есть будьте VIP-консультантами, я желаю вам роста. А VIP-консультанты это, в принципе, выгодно, потому что если делать уровень VIP, да, вот, к примеру, с уровня директора, там мы еще получаем бонус стабильности, да, и как бы, в принципе, тоже денежка падает, да, денежка падает оттуда, отсюда, отовсюду, везде, потихоньку, помаленьку, и скидка у нас 26% образуется, да, и по программе Faberlic Club, если мы, к примеру, да, вот у нас кошелечек, да, то по программе Faberlic Club, если мы делаем 100 баллов, да, 100 баллов, то на следующий период нам начисляется 100 бонусов. 100 бонусов это, если брать, что подарки от 15 бонусов, да, давайте с вами посмотрим, это 100, мы с вами делим на 15, а получается мы с вами можем, ой, минутку, что-то я не то сделала, 100 делим на 15, да, это получается 6 подарков, мы с вами таких весомых можем взять, да, и, конечно же, в разделе промо-акции, а бонусы там от 5 бонусов подарки. То есть там есть маски за 5 бонусов и твердое мыло за 10 бонусов. Остальное все идет за 15 бонусов. А, то есть если вы будете брать 10 кусков мыла в подарок, это тоже круто. Да, согласитесь, это тоже здорово, да, то есть подарки можно, и можно эти бонусы копить. Я недавно забрала халат, 3 банных полотенца, и у меня остались еще накопления, я взяла 2 банки Омеги 369. То есть, посмотрите, для VIP-консультантов намного больше привилегий, потому что они делают большие заказы, им и скидка больше, и объемная скидка у них, да, то есть если VIP-консультант делает заказ на 100 баллов и под ним нету структуры, он все равно на 100 баллах, а 100 баллов это 3% по маркетинг-плану, ему еще положены выплаты за его оборот, то есть ему еще начислятся деньги на объемную скидку, которую он может списывать за заказ, да, это тоже плюс, да, то есть VIP-консультант на самом деле очень хорошо получает денежек, да, ну вот смотрите, даже возьмем в пример среднюю стоимость мыла, давайте возьмем с вами, к примеру, любое мыло, так, где у нас поисковичок, сколько стоит мыло, так, минутку, мыло твердое, там было твердое мыло, не жидкое, за 10 бонусов, да,
Вот, да, ну вот возьмем в пример, да, 52 рубля, 29 рублей, ну давайте возьмем серединку 30 рублей, да, 10 кусков мыла это 30 рублей, да, 30 мы умножаем на 10, а у нас с вами получается 300 рублей, да, да плюс объемная скидка за консультанта, да, у нас с вами получается уже 480 рублей. На 480 рублей, ну, не дарят столько в магазине, да, и никогда не сделают вам такую скидку в магазине, просто потому что в магазине вы пришли, купили, ушли. Вам там не нужно ждать товара. Компания Фаберлик понимает, что вам нужно ждать продукцию, вы ее ждете, вы ее потом разносите, эту продукцию. И она вам делает вот такие вот хорошие VIP-привилегии, которыми можно реально классно пользоваться. И это, ну, это, конечно, не все, что я посчитала, да, потому что если у вас скидка 20%, да, вот даже если взять в пример, а не 26, да, вот, к примеру, 119, если мыло рублей, да, 119, то мы с вами берем 119, вычитаем 20%, а у нас с вами получается выгоды 23,8 рубля. А если мы с вами 119 вычтем 26%, да, то у нас уже с вами получается 30 рублей. Понятно, что если мы сделали заказ, к примеру, на 5000 по цене каталога, мы с вами вычитаем 26%, скидка уже хорошая. Так, маленечко что-то не то, извините. 5000 вычитаем 26%, да, 1300. А если мы с вами 5000 вычтем 20%, да, то у нас с вами получается 1000 рублей. То есть все равно есть разница во всем и везде. С вами была Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Я думаю, это видео было вам полезным, дорогие VIP-консультанты. И те, кто еще не стал VIP-ом, я вас приглашаю в число VIP-ов. Мы вас будем поздравлять, выделять, потому что VIP-консультант это гордо. Носить значок VIP-консультанта это классно. Классно. Ну что ж, всем до встречи в новых видео. Если это видео было вам полезным, обязательно ставьте лайк и пишите комментарий, что оно вам было полезным. Если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их под видео. Я вам прямо там все и отвечу. Пока-пока.